Доброе утро, друзья мои. Вы на канале Жизнь в Шкарале. Вот у нас дворники приехали. Посмотрите, на какой машине и с какой кучей бумаги, картона. И пошли еще собирать. Вот так начинается утро в нашем городе. За окном дождик. Всем приятного дня. Вот хочу показать вам, какие у нас дороги, какие ямы на наших дорогах, причем это центральная дорога. Вот я на машине, сейчас еду и вам покажу. Сейчас, секунду. Вот видите, что творится, друзья мои. Это вот наши дороги, которую в том году осенью делали ямочный ремонт, называемый так. Ну, осенью, сами понимаете, в дождь со снегом, как у нас это любят делать. Это просто дорога после бомбежки называется. Вот, видите? Вот. Вот так вот мы ездим. Вот кусочек вроде нормальный. Где? Тут вода, а под водой вон яма, пожалуйста. Вот видите, какая? Вот еще одна. Это просто жесть. Вот так вот. Вот так вот мы и ездим. Вот уже вечер того же дня. Сегодня у нас 8 апреля. Вот, пожалуйста. Еще наши дороги в поселке Медведево. Посмотрите. Удивляйтесь вместе со мной. Ехать вообще невозможно. Вот это частный сектор. Здесь построили вот такой вот, вот эти два дома ПМК-5, вот этот вот дом построили. И, соответственно, дороги. Но это не дороги. Это, друзья мои, развалины. Их здесь просто нет. Абсолютно. Вот. Пожалуйста. Их даже нету вот в новых домах. Вот, пожалуйста, новый дом. Казалось бы, должна быть тропинка и хорошая дорожка, да, к ней? Но ее нет. Вот море разливанное. Вот смотрим дальше. И удивляемся, где асфальт, а его нету. Вот видите, сплошные ямы. Вот такое вот у нас бездорожье. Вот такие дороги в России, а именно Республика Марий Эл, поселок Медведево. Вот, смотрите.